где-то процентов 30 поступает сразу с инсультом и с ковидной пневмонией. С целью недопущения распространения инфекции мы вынуждены закрывать ряд отделений, перемещать пациентов из одного отделения в другой. Но продолжаем прием и будем это делать, потому что помощь нужна жителям города Батайска здесь и сейчас. Больше ее оказывать, к сожалению, нет. И сегодня из 1300 сотрудников только 65 плюс 29 сотрудников, те, которые находятся на самоизоляции, все остальные работают. Это основное. Я думаю, что эти цифры больше всего вас волнуют. Количество случаев зафиксированных заболеваний коронавирусной инфекцией в Батайске 553 на сегодняшний день, в том числе 57 детей. В госпитале Ростова-на-Дону госпитализировано 79 человек. Из заболевших 349 человек – это женщины, 204 мужчины, 126 пенсионеров. Медицинские работники, заболевшие 64 человека. Представители силовых структур – 9. Контакт не установлен, где, с кем, откуда – 285. Это те 285, которые пошли сейчас, каждый день 10-12 человек. Люди расслабились, сняли маски. Открыт доступ ко всему, к сожалению, никто себя не защищает. Течение заболевания. Без симптомов 119 человек, легкой степени 350, средней степени тяжести 84. Умерло всего 9 человек, но чисто от ковида умерло 3 человека. Оставшиеся 6 человек – это пациенты сопутствующие тяжелой патологии, возрастные. Это либо ишемическая болезнь сердца, либо инсульты. Проведено в городе 7764 лабораторных исследований. Практически мы вышли на цифру, какую сделал Ростов. Это очень много, поэтому и выявляемость в городе Батайске достаточно высокая.